КНБ страны провел спецоперацию в двух областях, Актюбинской и Южно-Казахстанской. По фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бойцы спецподразделения нейтрализовали деятельность 4 радикальных группировок. Они распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в республике террористической организации. Сейчас в местах проживания задержанных проводятся обыски и допросы. К спецоперации были привлечены и органы внутренних дел.